Здравствуйте, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей, автор более 1000 статей в газетах, журналах, интернете, более 650 видео на собственном канале YouTube, подписаться на который легко, простым нажатием мышки, и вы подписчик канала, на котором более 100 часов видео на разные темы, касающиеся вашего здоровья. Вы узнаете, как правильно питаться в той или иной ситуации, как правильно пить воду, как правильно заниматься профилактикой, а возможно и лечением, в том числе и несколько видео про различные диеты. Вы узнаете, как правильно проводить белковую диету, например, Ньюкана, Аткинса, Кремлевскую, как правильно заниматься, проходить на кефирной диете и получать не только потери по килограммам, ну и самое главное, здоровье сохранять. Также есть овсяная диета, гречневая диета, борщевая диета, клубничная диета и другие диеты вы можете просмотреть на моем канале. А сегодня я решил расширить список диет и написать очень интересное, на мой взгляд, видео «Яблочная диета». Что же это такое и как ее правильно соблюдать? Да, вы понимаете, что за неделю можете потерять до 10 килограмм. И если вас эта цифра не пугает, то меня настораживает. Потому как такая значительная потеря, это серьезные изменения должны произойти в состоянии вашего здоровья. И если вы яблочную диету будете соблюдать неправильно, то возможны варианты. Потому как при правильном к ней отношении вы можете реально и вес потерять, и разогрев аппетит, вес набрать. Вы можете улучшить состояние желудочно-кишечного тракта и переваривание в нем пищи. А можете добить свой желудок до язвы и получить язвенное кровотечение. Вы также можете помочь восстановиться вашей печени и улучшить состояние ее работоспособность, от которой зависит, ну, очень многие процессы, чтобы не сказать все процессы в вашем организме. А можете добить печень и с печеночной коликой оказаться на операционном столе. Вариантов очень много. Диета очень хорошая, она доступна. Она легко исполнима, практически круглый год. Но в некоторые периоды года она противопоказана всем. Я не имею в виду заболевания. Есть периоды года, когда яблочная диета исключительно наносит вред и снижает ваш иммунитет. И это нужно знать. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно выбрать и подготовить яблоки к яблочной диете. Вы также узнаете, когда яблочная диета помогает реально вам похудеть. Ну и как правильно использовать ее либо для снижения, либо для увеличения веса. Ну и когда яблочная диета противопоказана абсолютно всем. Смотрите видео дальше. Как вы понимаете, интересной информации будет достаточно много. Вы вряд ли задавали себе такие вопросы, глядя на цифры. Одна неделя 7-10 килограмм. А тут оказывается не все так просто в королевстве датском. Смотрите видео дальше. Как же правильно выбрать яблоки под яблочную диету? Правильный выбор ваш зависит от того, какую цель вы перед собой ставите. Отсюда и станет понятны средства для ее достижения. Потому как на яблочной диете можно вес как снижать, так и увеличивать. Можно в депрессию себя загонять или работоспособность повышать. Можно улучшать работу печени и желудочно-кишечного тракта. А можно довести их до плачевного критического состояния и загреметь, ну, в лучшем случае в гастроэнтерологию, в худшем случае через хирургию, в реанимацию. Ваш выбор зависит от той цели, которую вы получите. И многие делают акцент на размерах яблок. Да. Размер имеет значение, но разве что, скорее всего, экономическое. Потому как яблоки разного сорта, вернее, яблоки одного сорта, могут иметь разные размеры. И у вас увеличивается при уменьшении размера яблок, увеличивается только отходная часть, несъедобная часть яблок, которую вы не можете использовать в диете. А результат диеты, выберете вы яблоки мелкие, либо крупные одного и того же сорта,
зависит от количества яблок, уже подготовленных правильно, которые вы использовали в диете. Поэтому размер, ну, это ваш выбор. Многие делают акцент на форме яблок. Да, форма также имеет значение, но в том плане, что она определяет сорт яблок. А сорт яблок определяет содержание, которое вы будете использовать. Не форма яблок будет снижать, либо набирать вам вес, помогать. А то содержание, которое находится в этой форме. А вот как правильно выбрать содержание, будет немножко позже. Многие делают акцент на цвете. Цвет действительно имеет большое значение, потому как его определяют различные биологически активные вещества, находящиеся в кожуре яблок. Но! Если мы посмотрим и сравним объем кожуры яблок и объем цельного яблока, мы увидим существенную разницу. И понятно, что большее значение все-таки имеет не цвет яблок, а их содержание. То, что находится внутри. Хотя вот на поверхности вы должны будете поискать знак качества. Если вы его найдете на яблоке, это здорово. Знак качества на яблоке ставит гусеница. То есть, иными словами, если яблоко в процессе своего роста и развития не обрабатывалось, либо в малой степени обрабатывалось какими-то химикатами, то цвет на поверхности будет след от гусеницы. Если обрабатывалось хорошо, по технологии, гусеницы вряд ли отметят такое яблоко своим знаком качества. И это имеет значение. Правда, я вам предложу несколько вариантов решения этой ситуации. А вы сделаете свой выбор. И вот после того, как вы выбрали те яблоки, которые вы считаете можно использовать в яблочной диете, очень важный момент. Решающий момент. Что вы должны сделать? Яблоко должны разрезать. Одну половинку кладете рядом с собой. Вторую пробуете. Что должны вы почувствовать? Если вам нужно усиливать аппетит. Если вам нужно увеличивать вес. Накапливать мышечную массу. То вкус яблок, который вы выбираете, должен быть либо кислый, либо кисло-сладкий. И яблоки обязательно должны быть сочными. Если вам нужно улучшать работу печени, улучшать работу желудочно-кишечного тракта, очищение организма через желудочно-кишечный тракт, то яблоки должны быть обязательно плотные, малосочные. Вкус зависит от состояния вашего желудка. Если желудок в хорошем состоянии, он может быть кислым, либо кисло-сладким. Если желудок у вас слабенький, лучше выбирайте сладкие яблоки, но обязательно плотные. Если же вам нужно снижать вес, то ваш выбор это плотные яблоки и сладкие. В этом случае вы больше получите результат по своему здоровью. А вот как правильно подготовить яблоки к яблочной диете, я об этом расскажу прямо сейчас. После того, как вы определились со своим выбором, важно запастись яблоками впрок. И для яблочной диеты на неделю вам нужно будет где-то килограмм, ну, 10-15 яблок иметь точно. И запас такой у вас должен быть, потому как по закону вредности или подлости они могут либо в погребе закончиться у вас, если свои яблоки, либо в супермаркете, и у вас будут сложности по соблюдению диеты. Поэтому этот момент он должен быть. И как правильно подготовить яблоки, собственно, к диете? Первый этап, он очень важный и определяет во многом результат. Яблоки нужно тщательно помыть. Напомню, что яблоко на поверхности имеет восковую оболочку. И эта восковая оболочка, она очень легко накапливает на своей поверхности различные ингредиенты. А это могут быть бактерии, это могут быть вирусы, это могут быть грибы, это могут быть различные токсины, пылевые частицы, все что угодно там может быть. И от этого всего добра лучше избавиться до диеты, чем потом у вас будут возникать различные осложнения в процессе ее соблюдения. Поэтому яблоко нужно обязательно тщательно промыть. Лучше, если это будет последовательно. Вначале щелочная, потом кислая вода. В этом случае лучше будет отмыто яблоко. Либо можете просто под умеренно горячей водой проточной промыть яблоки. Второй этап, который нужно сделать.
обязательно сделать. Яблоки нужно почистить. И вот здесь, на этом этапе, вот тот цвет, о котором многие говорят, что он определяет результат диеты, он уже потерял свое значение. Потому как, собственно, поверхность яблок. Опять-таки, это восковая оболочка. Если мы берем летние яблоки, воска там очень мало. Если мы берем зимние яблоки, которые хорошо лежат, и их можно использовать практически круглый год, воска больше. Если мы берем яблоки, которые подготовлены фактически к длительному хранению, там искусственно нанесен дополнительный слой воска. Если вы используете яблоки, как обычно, для здоровья, 1-2 яблока в день, это не имеет решающего значения. Во всяком случае, острого, быстрого. Вы этот результат можете по ухудшению работы печени увидеть спустя годы и десятилетия. А вот когда вы используете яблочную диету, и вам в коротком периоде времени нужно употребить достаточно много яблок. О! Вот здесь воск будет иметь значение, нарушаться будет работа печени. И чтобы предупредить такой результат, даже если у вас летние яблоки с небольшим количеством воска, лучше шкурку почистить. Не надо толсто чистить, просто уберите эту шкурку. В этом случае вы получите хороший большой плюс. Что вам нужно сделать дальше? Разрезать яблоко и убрать сердцевинку. Очень важный момент. Там лежат концентраты витаминов, макро-микроэлементов, белки, жиры в косточках. Есть, часто рекомендуют, эти косточки нужно использовать в пищу. Ну, я как минимум две причины вам сейчас назову, по которым не советую вам использовать косточки в пищу. Причина номер один. Оболочки семян яблок, они достаточно плотные. И проходя по кишечнику, по закону подлости или вредности, если у вас не был удален до этого аппендикс, они могут случайно попасть, масса идет, их относительно много, могут попасть в аппендикс. И вызвать вам приступ аппендицита, который яблочную диету на любом этапе и закончит. Проблема вторая. Причина вторая, по которой не советую использовать косточки яблок или семена яблок в пищу, это наличие в них синильной кислоты. Определить очень легко. В ваших яблоках она есть или ее нет. Возьмите одно семечко и разжуйте. Если вкус миндаля во рту появился, синильная кислота присутствует. Что такое синильная кислота? Это яд общеядовитого действия, который тормозит обмен веществ. И если вы, используя в яблочной диете еще и косточки, избежите аппендицита, ну, возможно, он у вас уже удален, у части людей так и есть, то торможение обмена веществ, это, во-первых, торможение ваших результатов. Вы в меньшей степени сможете разогреть обмен веществ и меньше потеряете в результате диеты. И второе, вы выйдете из диеты в более таком почтенном возрасте. Потому как торможение скорости обмена веществ, это равно биологический возраст. Торможение вниз, биологический возраст вверх. Если вам не нужно преждевременно стареть, лучше косточки или семена яблок не использовать в пищу. И вот фактически таким образом подготовленные яблоки, то есть без сердцевинки и без шкурки, практически уже готовы к яблочной диете. А вот как с их помощью получать тот результат, который вы хотите, я об этом расскажу прямо сейчас. Но! Прежде чем рассказать вам об особенностях использования яблочной диеты, я расскажу, когда яблочная диета противопоказана абсолютно всем. Да, люди, имеющие гастрит, гастродуоденит, язвенную болезнь, там, панкреатит, они весной и осенью обычно себя берегут и вряд ли соблазнятся яблочной диетой, вернее ее результатами. И это понятно. Но! Есть период года, когда яблочная диета не то что не показана, она противопоказана абсолютно всем. Потому как свойства яблочной диеты, оно заложено в этом. Но почему-то об этом никто не говорит. А я вам сейчас расскажу. Вот когда температура окружающей вас среды стремится
ниже плюс 18 градусов по Цельсию, а особенно ниже нуля. Вот еще переходная зона. Да, вы можете немножко порисковать, имея исходно крепкий уровень здоровья, крепкий иммунитет. Вот когда температура от 0 до плюс 18, вот здесь колеблется. Вы можете посидеть на яблочной диете. Но вам придется на себе носить достаточно много одежды. В этом случае она имеет условное противопоказание. Но если температура около 0 градусов Цельсия и ниже, и вы понимаете, что во время яблочной диеты она не поднимется в диапазон плюс 18, плюс 24 и выше, вот здесь она вам противопоказана. Потому как снижение иммунитета легко. Обострение очагов хронической инфекции легко. Особенно связанных с органами дыхания и мочеполовой системой. Вирусные инфекции будут рады, несказанно рады встретить вас на яблочной диете. Потому как белков она содержит практически ноль. А для выработки защитного интерферона и антител нужны белки. И пока вы соблюдаете яблочную диету там недельку, ваша иммунная система жестко отдыхает. Если вы еще к этому добавите физическую нагрузку и те резервы белка перетащите из иммунной системы в мышечную, чем закончатся инфекции на таком очищении организма, несложно предсказать даже ребенку. Поэтому, если вы сейчас, когда я сегодня опубликую это видео, впереди лето, без проблем, яблочной диетой можно пользоваться, даже прошлогодними яблоками, новых еще нет, но прошлогодние при правильной подготовке вы можете использовать. То в холодный период года, если вы будете, найдете это видео, будете его смотреть, не-не. Яблочная диета противопоказана. Ищите другие диеты в интернете. Можете поискать другие диеты на моем канале, которые можно использовать в холодный период года с плюсом для вашего здоровья, ну и с минусом по весу. Ну а как правильно использовать яблочную диету, я вам расскажу прямо сейчас. Соблюдая яблочную диету для снижения веса, вы естественным образом получаете очищение кишечника. И кислоты, которые замаскированы сахарами либо нет, они блокируют сфинктер Оди. Они вызывают ситуационный застой желчи. И при этом работа печени, мягко выражаясь, пропорционально нахождению на этой диете, будет ухудшаться. Эту ситуацию можно разрешить несколькими способами. Способ первый. Можно яблоки либо сварить, либо запечь. Но только подготовленные. Или если вы не снимали шкурку, вы убрали сердцевину, а кожура яблок осталась, можете запечь вместе с нею. Варить с ней не стоит. Но потом есть без шкурки. Есть только содержимое. В этом случае кислоты связываются с пектинами, которые есть в яблоках, с сахарами и становятся более мощными сорбентами. А кислоты, проходя по 12-перстной кишке, не смогут заблокировать сфинктер Оди. И сброс желчи, пусть впустую, пусть ему нечего делать, желчи на яблоках, нечего оттуда брать, там нет жиров. Но сброс желчи хоть будет происходить, не будет блокироваться. И в этом случае вы получаете, вы создаете условия для работы печени. Но! Если у вас хорошо работает желудочно-кишечный тракт. Потому как даже в этих условиях могут появиться послабления вплоть до поноса. Потому как желчь, она из кишечника уходит в норме с жирами в кровеносное русло. Если жиров нет, желчь хороший раздражитель кишечника. Плюс яблоки, там есть клетчатка, неважно сырые или термически обработанные. Клетчатка и желчь, два достаточно серьезных раздражителя для кишечника. И может появиться понос. С одной стороны, вы активнее теряете вес. С другой стороны, вы жестко теряете воду. И вот здесь возможны разные нюансы. Поэтому для того, чтобы контролировать эту ситуацию, яблочную диету можно слегка модифицировать. Вы просто с каждой порции яблок можете есть не просто измельченные яблоки, либо запеченные, либо отваренные. Вы можете добавлять хотя бы по небольшой ложке сметаны. Чайная десертная ложка вполне достаточна для того, чтобы желчи было теперь что делать в кишечнике. И это повод ей уйти из кишечника, не раздражая его.
В этом случае очищение организма только улучшается. Ну а неприятная вот такая особенность в виде послабления или поноса, она становится маловероятной. Вы получаете плюс. Да, немножко вы расширите свой рацион. Да, немножко вы увеличите калорийность диеты. Но яблоки — это практически углеводная диета. Почти с нулем белков и с нулем жиров, если вы не используете семечки. В этом случае несколько ложек сметаны не повлияют активно на процесс сброса веса. Потому как вы жестко калорийность не увеличите. Но результат по здоровью резко улучшится. Потому что работа печени будет совершаться проще. Она будет лучше очищать кровь. Сбрасывать с гарантией на жиры желчь в кишечник. А токсины будут оставаться на той клетчатке, которая пришла с яблоками. Полезные вещества из сметаны всасываются в кровь. И кружок крутится дальше. В этом случае вы точно так же с меньшей интенсивностью снижаете вес. Но зато более спокойно проводите очищение своего организма через кишечник. И прекрасным образом активизируете работу печени. Потому как если вы, сцепив зубы, как говорится, сможете продержаться на яблочной диете неделю. А использовать будете кислые яблоки. Для того, чтобы сброса желчи не было. Ну, я чту память о вашей печени. Которая в этих условиях будет работать, мягко выражаясь, очень плохо. И выйдете вы из диеты со значительно худшим состоянием здоровья. Да, вы сможете себе нарисовать там из картонки медаль или орден, прилепить на грудь. Но на самом деле это скорее минус, чем плюс. Потому что те дополнительные там несколько сотен грамм, которые вы потеряете таким героическим способом. Это очень серьезная утрата по здоровью и по работе вашей печени. Чего делать не стоит. А вот как еще использовать яблочную диету для того, чтобы набирать вес, я вам расскажу прямо сейчас. Яблочная диета прекрасно помогает для улучшения аппетита, улучшения переваривания пищи, усвоения, то есть для набора веса. Конечно, причин, по которым они снизились, может быть много. Яблочная диета не все из них может устранить. Но если абстрагироваться от причин, и вам нужен результат, вам нужен лучший аппетит и лучше переваривание и усвоение пищи, ее накопление в клетках, тут яблочная диета вам помочь может. Первый этап пищеварения от яблочной диеты не зависит. В полости рта пищеварение идет по своим законам. И тут уж будьте любезны, работайте сами, перерабатывайте пищу. А вот от состояния желудка очень во многом зависит и дальнейшая судьба пищи. Вот здесь яблочная диета вам, как говорится, в помощь. Потому как от того, насколько активно будет запущен процесс пищеварения в самом начале, зависит, как будет активно происходить переваривание пищи и в тонком кишечнике. Другими секретами. Вот тут яблочная диета вам помощник. Если у вас желудок хороший, крепкий, вы используете яблоки кислого вкуса или кисло-сладкого вкуса. Обязательно сочные. Можете их измельчить меленько. В этом случае только лучший эффект будет по раздражению желудка. Количество яблочного пюре 100-150 грамм однократно. Может быть меньше, может быть 50. Тут зависит уже от степени подавления аппетита. И от желания человека его восстановить. Не только окружающих, чтобы человек стал лучше кушать и больше. Но и от человека, который будет использовать собственно себе яблочную диету. А дальше через 5, 10, 15 минут усиливается аппетит. И в этом случае появляются другие блюда. Лучше всего это каши. В данном случае можно комбинировать яблочно-рисовую диету, яблочно-овсяную диету, яблочно-гречневую диету. Потому как с самих яблок, собственно, переваривание яблоки, вы калорий получите мало. Там аж 9 килокалорий на 100 грамм. Килограмм яблок — это 90 килокалорий. 2 килограмма — 180 килокалорий. А для обычного человека нужно около 2000 килокалорий в сутки. То есть тут количество яблок не имеет большого значения для набора веса. Для снижения имеет. А вот для набора не имеет.
Но яблоки могут помочь запустить процесс переваривания пищи в желудке. Если туда попадают каши, как самые легко перевариваемые продукты, но достаточно концентрированно содержащие и углеводы, и белки с небольшим количеством жиров, в этом случае переваривание каши улучшается, усвоение улучшается, и тенденция для накопления массы тела появляется. И правильно комбинируя яблочную диету, в данном случае, вы можете улучшать процесс и пищеварения, и увеличение массы тела. Очень важный момент в этом вопросе, то, что я говорил и немножко оставил на закуску, это цвет яблок. Помните, я там советовал яблоко пополам, одну половину отложили, вторую пробуем. Вот пока вы пробуете половину на вкус, вы смотрите на вторую. Если она достаточно быстро потемнела, прекрасно. В этих яблоках достаточно много и кислот, и других биологически активных веществ, которые в лучшей степени влияют на состояние здоровья. И в данном случае, вот для набора веса, вот такие яблоки имеют принципиальное значение. Принципиальное по результату и по эффективности. И в этом случае, если правильно использовать яблочную диету, как такую зажигательную смесь для пищеварения, после которой попадают уже реально продукты питания, но легко переваривающиеся, в данном случае яблочная диета выполняет свое предназначение и дает возможность вам не только восстанавливать аппетит, но и набирать какой-то вес. И в этом случае вы получаете тот результат, который получаете, к которому стремились. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, как использовать информацию в нем, а также как найти другие видео на моем канале. Помню, это очень просто сделать. Подписаться на канал, заводите ключевые слова и находите те видео, которые вы хотите еще просмотреть. А на моем канале и другие видео по другим диетам тоже есть. Я это видео буду заканчивать. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему, на тему здоровья для вас. До новых встреч на моем канале.